Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале «Казахстан Актюбей». В начале выпуска коротко о главных темах сегодняшнего дня. Ход подготовки к проведению эстафеты огня 28-й Всемирной зимней универсиады рассмотрели на совещании в Акимате Актюбинской области. Рабочее совещание по вопросам благоустройства Актюбея сегодня прошло в городском Акимате. Подробности смотрите в новостях. В преддверии 73-й годовщины со дня гибели славной дочери казахского народа, героя Советского Союза Алии Молдагуловой, в Актюбе организовали ряд памятных мероприятий. Подробности смотрите в новостях. А теперь об этих и других новостях более подробно. Под председательством премьер-министра Республики Казахстан Бахытжана Сагынтаева состоялось очередное заседание экспертного совета по вопросам экономики. В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы оздоровления банковской системы и конкурентоспособности ключевых секторов экономики. Как отмечалось экспертами, предварительно был проведен анализ текущей ситуации и предложен ряд предложений по озвученным направлениям. Премьер-министр поручил соответствующим государственным органам совместно с экспертами провести более глубокое изучение поставленных вопросов и к следующему заседанию представить свои предложения. Напомним, экспертный совет по вопросам экономики создан распоряжением премьер-министра, и первое его заседание состоялось 9 декабря 2016 года. Генеральной прокуратуры создан специальный раздел на сайте, в котором пользователи анонимно смогут оставлять свои уведомления о проявлениях экстремизма и терроризма путем заполнения специального бланка. При наличии подтверждающих материалов, а именно фотоснимки, скриншоты, видео или аудиозаписи, то их также можно приложить к уведомлению, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В данном разделе также есть возможность оставлять свои предложения и идеи касательно сферы противодействия экстремизму и терроризму. Казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен мэром атлетической деревни. Ожидается, что в атлетической деревне разместится более 3000 представителей делегации. Помимо атлетов, в деревне будут проживать международные волонтеры универсиады из России, Украины, Южной Кореи, Китая, США и других стран. Всего около 100 человек. Общая вместимость атлетической деревни, согласно генеральному плану, составляет 5000 человек. Церемония открытия атлетической деревни состоится 24 января. Атлетическая деревня в Алматы построена впервые за все время организации международных зимних студенческих игр по аналогии с олимпийскими деревнями. В обязанности мэра атлетической деревни будет входить встречи делегации, участие в приветственных церемониях и церемониях поднятия флагов. Напомним, что до старта 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы осталось 17 дней. Актюбинская область примет активное участие в универсиаде. Ход подготовки к проведению эстафеты огня 28-й Всемирной зимней универсиады рассмотрели на совещании в Акимате Актюбинской области. Эстафета огня 28-й зимней универсиады стартует в Казахстане 25 января. В Актюбе церемония зарождения огня главных студенческих игр состоится 27 января. По данным оргкомитета, уже разработан маршрут эстафеты из числа талантливых спортсменов, активистов и молодежных лидеров, выбраны факелоносцы. Сопровождать их будут хранители огня универсиады. Напомним, что 28-я зимняя универсиада пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. В южную столицу съедутся более 2000 спортсменов из 50 стран. Наша область в состязаниях представит мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Мария Сизова, студентка Актюбинского регионального госуниверситета имени Жубанова. Волонтерами универсиады станут 11 актюбинцев. 28 января транспортировочную колбу с огнем региональной эстафеты в Алматы доставят Канзенов Айбек, мастер спорта международного класса по плаванию, неоднократный чемпион Республики Казахстан, который в дальнейшем примет участие в церемонии открытия универсиады. Совместно с Управлением культуры разработан сценарий торжественной церемонии зарождения и чествования огня. Для оказания помощи проведению эстафеты огня в Актюбе Управление молодежной политики отобраны 100 волонтеров. В ходе совещания также были рассмотрены вопросы подготовки к участию в международной специализированной выставке «Экспо-2017». Как известно, в декабре 2015 года Акимат Актюбинской области заключил меморандум о сотрудничестве с САО «Национальная компания Астана-Экспо-2017». Регион предлагает 25 инновационных проектов для национального павильона. В частности, это проекты по водным ресурсам, сельскому хозяйству, энергосбережению и энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, утилизации отходов, снижению загрязнения воздуха,
воздуха, а также охране и рациональному управлению экосистемами. Проведение Экспо-2017 в Астане стало возможным благодаря инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева. С реализацией данного проекта экономика страны и, в частности, нашего региона, безусловно, получит положительный импульс. Актюбинская область должна внести весомый вклад в проведение выставки, подчеркнул Бердибек Сапарбаев. По итогам совещания аким области поручил продолжить подготовку, а также усилить информационное сопровождение универсиады и экспо в регионе. Глава региона Бердибек Сапарбаев заслушал итоги деятельности акимов 12 районов Актюбинской области и города Актюбе за 2016 год. Отмечается, что в минувшем году регион продолжил свое поступательное развитие. Благодаря поддержке руководства страны, правительства республики, местные исполнительные органы выполнили поручения главы государства по росту всех основных социально-экономических показателей. Подробности в материале нашего корреспондента. Положительная динамика в области достигнута, несмотря на то, что отдельным районам не удалось стопроцентно выполнить планы по некоторым социально-экономическим показателям. Причины недостижения установленных прогнозных показателей были детально рассмотрены в ходе совещания, на котором акимы 12 районов и города Актюбе отчитались о проделанной работе. Так были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся развития области. Прежде всего, они связаны с выполнением поручений президента, улучшением благосостояния населения, развитием социальной сферы, массового спорта, культуры. Основной товаропроизводитель нашего района – это молочная фирма «Тау». Сейчас есть проблемы с загруженностью. При производственном плане 20 тонн сегодня производится всего 7 тонн продукции. Сейчас налаживаем доставку молока с 7 сельхозкооперативами, созданных в районе. Это уже дополнительно 6 тонн продукции. Само товарищество выходит на модернизацию. В перспективе открытие второго цеха. С рынками сбыта помогая. Выход уже есть на рынке России, Астаны, Костанай и Кызылорды. Что касается вопросов трудоустройства населения, то только в минувшем году было выполнено работ порядка на 3 миллиарда тенге, в том числе по различным госпрограммам, с привлечением на них местного населения. И здесь возникает проблема. Многие хотят идти на высокооплачиваемые работы в нефтяные компании. Работы на 40-50 тысяч тенге их не устраивают. Они готовы отсиживаться на пособие и компенсационные выплаты. Мы ведем усиленную работу с этой категорией лиц. Заслушав всех акимов, глава региона Бердибек Сапарбаев дал им ряд поручений, основным из которых является выявление и использование всех резервов для обеспечения дальнейшего развития экономики и социальной сферы в 2017 году. Во многих вопросах можно и нужно использовать механизмы государственно-частного партнерства. Необходимо усилить работу по решению проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог, занятости населения, а также поддержки малого и среднего бизнеса. В целях дальнейшего наращивания потенциала продовольственной безопасности и повышения занятости сельчан нужно активизироваться по реализации проектов по увеличению посевных площадей, орошаемых земель, развитию животноводства и растениеводства. Также необходимо усилить работы по созданию производственных сельскохозяйственных кооперативов, привлечению инвестиций в сельское хозяйство, подчеркнул Бердибек Сапарбаев. Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года в сфере сельского хозяйства Актюбинской области было реализовано 25 инвестиционных проектов на 3,2 миллиарда тенге. Индекс физического объема сельского хозяйства был увеличен на 8,6%. Средняя урожайность по зерновым культурам в 2,2 раза. Увеличилось поголовье крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и птиц. Создано 72 сельскохозяйственных производственных кооператива, а площадь используемых орошаемых земель стала больше на 18 600 гектар. Еще 19,5 тысяч гектар орошаемых земель будет восстановлено при содействии Европейского банка реконструкции и развития и Исламского банка развития. Ольга Литвина, Самат Каликенов, Казахстан, Актюбе. С момента введения закона об обязательной временной регистрации в нашей области временно зарегистрировались 1792 человека, а постоянную прописку получили свыше 4000 человек. Об этом сообщили сотрудники миграционной полиции Актюбе. Сотрудники миграционной полиции и ЦОНа продолжают разъяснять гражданам порядок прохождения временной регистрации. Так, полицейские подробно остановились на правилах временной регистрации для тех, кто в силу работы вынужден выезжать за пределы города. Граждане, которые работают вахтовым методом, должны зарегистрироваться, если находятся на рабочем месте свыше от 10 до месяца,
значит, свыше месяца, если находятся, они должны быть зарегистрированы там временно, по месту работы. По закону мы регистрируем, например, студентов в общежитиях по месту учебы, так и рабочих по месту работы. Это офисы, гостиницы или где остановились, да, граждане. Также были разъяснены правила регистрации для тех граждан, кто имеет жилплощадь в разных городах Казахстана. Гражданин должен быть зарегистрирован постоянно в одном месте. При этом по месту фактического проживания регистрируется временно в другом месте, если имеет вторую квартиру. Получается, если там проживают временно, то регистрируем там временно, свыше месяца, если проживает там. Отметим, что сейчас в ЦОНах города не наблюдается ажиотажа. Самый пик пришелся на понедельник, отметила заместитель руководителя ЦОН по Актюбинской области. Для помощи операторам были привлечены дополнительные силы. Также посетителям раздаются памятки, в которых имеются ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся временной регистрации. Хозяева квартир могут прийти без жильцов, с оригиналом удостоверения личности, с документами на жилье. Сам хозяин может зарегистрировать проживающих жильцов. Кроме того, для регистрации пенсионеров, инвалидов, ветеранов и беременных женщин работает так называемое льготное окно. Это означает, что вышеперечисленные категории граждан могут оформить временную регистрацию без очереди. ЦОН Актобе работают в штатном режиме. Для помощи оформления временной регистрации актюбинцам помогают 40 волонтеров, направленных из областного управления образования. А для тех, кто ожидает своей очереди более часа, в буфете бесплатно предоставляется горячий чай и сладости. Ольга Литвина, Арман Досмагамбетов, Казахстан, Актобе. В акимате города заместитель акима Актобе Нагымжан Алдияров, главный архитектор, а также представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и местной полицейской службы обсудили планы по благоустройству областного центра. Согласно представленному проекту, планируется обустроить пешеходную зону от торгового дома «Айна» до гостиницы «Шератон». Концепция организации бульвара позволит разноплановые зоны отдыха для жителей и гостей города по аналогии с Московским Арбатом. Соединение нашего сквера Абая и с проспектом Молдагулова. Молдагулова будет. Это большой пешеходный бульвар будет. Для этого земельные участки города достаточно. Может быть, некоторые корректировки земельных участков, но в основном все предусмотрены. Для этого концепция на сегодняшний день разработана. Будет детально разработан проект по этому бульвару. Актюбинские полицейские вынуждены были применить табельное оружие в ходе задержания 33-летнего жителя области. По полученной оперативной информации, сотрудники правоохранительных органов попытались задержать вооруженного, ранее судимого мужчину, который оказал сопротивление блюстителям порядка. Изъятый у него пистолет находился в розыске в соседней России. Подробности в сюжете Николая Сырбова. 12 января в районе 9 часов вечера представители правоохранительных органов остановили автомашину марки «Лада Приора». Вот именно на этой трассе Актобе-Богословка. За рулем находился житель Актюбинской области 1983 года рождения. Выйдя из машины, он направил пистолет на сотрудников полиции, тем самым подвергнув угрозу их жизни. На предложение бросить оружие он отказался, в результате чего полицейские вынуждены были применить табельное оружие. Мужчина получил огнестрельное ранение нижней части тела. На место незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Подозреваемый скончался по пути в больницу в карете скорой помощи. Полицейские воздерживаются от конкретных комментариев, в том числе от появившейся информации о якобы причастности актюбинца к деятельности запрещенных религиозных течений. Установлено, что подозреваемый был ранее судим за разбой нападения и за владение автотранспортом с применением насилия в группе лиц. Также установлено, что изъятое на месте происшествия оружие числится в категории криминальное оружие и находится в розыске, объявленной полицией Башкортостан Российской Федерации с 2006 года. По нему назначен ряд экспертиз. Одновременно назначено служебное расследование по факту правомерного применения табельного оружия и начато досудебное расследование по двум статьям. Применение насилия в отношении представителя власти 380 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и незаконное хранение огнестрельного оружия, статья 287 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. О результатах следственных действий полицейские пообещали сообщить дополнительно. Отметим, что всего на территории Актюбинской области за 2016 год нераскрытыми остаются 13 разбойных нападений. Николай Сырбов, Аманжелайт Магамбетов, Казахстан, Актобе. Вы смотрите новости, далее во второй части программы увидите. В Актобе прошла акция памяти, посвященная годовщине гибели Алии Молдагуловой.
Футбольный клуб «Актюбе» проведет 2 учебно-тренировочных сбора в Турции. В Департаменте государственных доходов Актюбинской области прошел семинар для налогоплательщиков. Слушатели семинара смогли узнать от представителей компетентного органа об изменениях налогового и таможенного законодательства, которые вступили в силу с 1 января 2017 года. Также была предоставлена информация об изменениях в корпоративном и индивидуальном подоходном налогах, регистрации ИП и постановке на учет по НДС. Мирген Алия. Такое название получил вечер памяти героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Мероприятие организовали в мемориальном музее, носящем имя славной дочери казахского народа в преддверии 73-й годовщины со дня ее гибели. Организованный при поддержке областного управления образования вечер памяти посетили родственники Алии Молдагуловой, а также представители общественных объединений, курсанты юридического института, студенты и школьники. Подвиг героя Советского Союза Алии Молдагуловой остается бессмертным. В январе 1944 года 54-я отдельная стрелковая бригада 2-го Прибалтийского фронта с ефрейтором Молдагуловой в составе получила задачу перерезать железную дорогу на Высокольнике Дно в районе станции Насва и захватить деревню Казачиха в Псковской области. В течение всего дня 14 января Алия трижды участвовала в отражении контратак противника. В боях получила несколько ранений, одно из которых оказалось смертельным. За проявленный героизм Алия Молдагулова получила звание Героя Советского Союза посмертно. Об этом подвиге помнит сегодня подрастающее поколение, для которых Алия является примером для подражания. Я очень горжусь, что родилась на территории Актюбинской области, так как моей землячкой является Алия Молдагулова, которая считается Героем Советского Союза. Она прославилась благодаря своим подвигам, проявленному героизму. Я считаю своим личным примером для подражания, поскольку она не побоялась трудностей войны, она смело смотрела опасности в лицо, и я считаю, что она меня вдохновляет на многие вещи. А приглашенные на мероприятие близкие родственники героини рассказали присутствующим о человеческих качествах Алии Молдагуловой, в частности, тех чертах ее характера, которые неизвестны широкому кругу общественности. Мать мне рассказывала, что она с малых лет прямо очень боевая, шустрая, и в учебе грамотная была. Вот одно только простой пример. Я сам родом Ленинград, я в Ленинграде родился, в 41 году, 20 мая. В ту пору Алия там же училась, где-то в 7 классе, в Ленинграде, в 6 классе даже. Ей было в ту пору 16 лет. 16 лет. Я в Смольном родился, в самом Ленинграде, и вот она, меня 16-летняя девушка, с роддома она на руках меня вынесла. В ходе вечера памяти была объявлена минута молчания в память о славной дочери казахского народа, а также даны исторические факты о жизни и подвиге Алии. Кроме того, присутствующим показали отрывки из художественного фильма «Снайперы» и документального фильма под названием «Алия». Также звучали строки из писем героини сестре Сапуре, дяде Бисимбаю и стихотворения, посвященные Алие Молдагуловой. Крупным датам, юбилейным датам, вот к 75-летию, 80-летию проводились вот эти, организовывались экспедиции к местам боевой славы. Это Москва, Ленинград, это Псковская область, на Высокольнике, Насва. Места боевой славы, там, где Алия в составе 54-го отдельного стрелковой бригады, она служила. И село Казачиха, естественно, наши общественные деятели в свое время, они побывали в этих местах, вот, организовывая экспедиции, поезд Алия. Со школьниками мы в течение года, у нас очень обширное количество мероприятий, посвященных именно патриотизму. Также участники вечера памяти возложили цветы к мемориальному комплексу Алии Молдагуловой. Николай Сырбов, Амажилайт Магомбетов, Казахстан, Актобе. В областной универсальной научной библиотеке имени Сахтагана Байшева состоялась презентация историко-познавательной книги члена Союза писателей Казахстана, отличника культуры республики, известного поэта Жасклыка Айжанова. Книга была написана в соавторстве с краеведом Шарипом Адаевым. Отметим, что это далеко не первый труд писателя. Ранее под его авторством выходили такие издания, как «Балауса», «Уралу», «Ансау», «Табигат Пенжурек», «Майдан Ментыл». Гостями презентации книги стали известные научные деятели, краеведы, работники культуры, студенты высших учебных заведений и читатели библиотеки. Как подчеркнули гости мероприятия, историческое краеведение считается одним из основных направлений науки и важной вехой в истории. Авторы книги широко осведомлены о становлении и процветании родного края.
Я считаю, что это важный вклад историографии Актюбинской области, потому что это имеет хронологию 18-19 века. Например, в Байганском районе Мангистауская область, Актюбинская область, очень такое пересечение, такие важные события происходили. Вот эта книга повествует об этом. Эта книга написана в жанре литературы, в жанре как бы свободного исповедания. Поэтому очень ясный, понятный язык для широкого круга читателей. И о спорте. Футбольный клуб «Актюбе» проведет 2 учебно-тренировочных сбора в Турции. Первый из них уже стартовал 12 января. Отметим, что актюбинцы проведут на берегах Босфора ряд контрольных матчей. И уже определился первый соперник команды Игоря Рахаева. 22 января «Актюбе» проведет спарринг с махачкалинским «Анжи». Напомним, что команда уже встречались дважды на сборах. В 2011 году наши футболисты победили российский клуб со счетом 3-1. А 4 года спустя была зафиксирована ничья 2-2. Стоит отметить, что одной из главных новостей последних дней стана актюбинцев – это подписание контракта с любимцем болельщиков, вратарем Андреем Сидельниковым. Футболист уже выступал за Актюбе с 2008 по 2014 годы. С опытным стражем ворот подписан контракт на 1 год. Но есть и футболисты, которые покинули команду. Так, воспитанник актюбинского футбола Абата Имбетов отдан в аренду кокшетауский «Окжетпес». Кроме того, контракт на 1 год с кустанайским «Тоболом» подписал вратарь Станислав Павлов. Об этих и других новостях вы сможете узнать, зайдя на сайты kstrk.kz и aktyubetv.kz, а также на страницах социальных сетей. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю вам приятно провести выходные дни. До свидания.